Подмосковье в 2020 году планируется начать работу по оборудованию пешеходных переходов дополнительными светодиодными маячками. В число пилотных территорий, где маячки появятся в первую очередь, вошел Одинцовский городской округ. Новшество должно повысить безопасность дорожного движения в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Световой элемент монтируется в дорожное полотно, работает от солнечной батареи. При этом устройство способно заряжаться даже в пасмурный день.